Здравствуйте, уважаемые члены клуба бывших гипертоников. В интернете часто люди спрашивают, какие фрукты рекомендованы гипертоникам и почему. Такой интересный очень вопрос. Вот я, например, не рекомендую гипертоникам никакие фрукты и вообще их отменяю. Потому что фрукты содержат сахар. А в одном из наших предыдущих видео мы говорили, что сахар, поскольку он нарушает метаболизм печени, а которая и так отравлена лекарствами, гипертоникам вреден. Поэтому фрукты гипертоникам вредны. И не рекомендовать их никому ни почему не надо. А вот кто их рекомендует и почему, лучше тогда подумайте насчет этих рекомендаций. А с вами был я, доктор Шишонин. Будьте здоровы!